Волнуетесь? Нет. Кто вас вдохновил открыть свое производство? Ну, родители, конечно. Как увольняешься? Ты вообще о ком-нибудь думаешь, кроме себя? Друзья всегда были рядом. Тебе что, Рома денег не дает? Муж тоже очень поддержал. Ну и кто ты у нас теперь? Предпринимателька? Или предпринимательша, а? Мой первый партнер по бизнесу. Слушай, ну давай я один поеду на эту встречу. Ну второго шанса у нас не будет. Хорошо? А? Мой второй партнер. Они здесь все разбегутся! Не-не-не-не. Все-таки предпринимателька. Кто нам внуков родит? Да какие внуки? Бизнес у нее. Ой, сердце мое. Аня, женщина должна заниматься семьей. Мужчину своего поддерживать, вдохновлять его. Вы бы хотели сказать что-то этим людям? Да. Спасибо. Предприниматели – люди с твердым характером. В них не верят. И это их вдохновляет. Модуль банк. Открой счет достижениям.